Дворовая площадка, ставшая пилотным проектом программы по благоустройству городской территории Возбестия, наконец обрела хозяина. Подробности далее в сюжете. Построенная в прошлом году современная спортивно-игровая площадка по улице Махнева вывела «Асбест» в лидеры по реализации программы формирования комфортной городской среды в Свердловской области. Но до последнего времени объект не был передан на баланс управляющей компании и оставался практически бесхозным. На днях этот вопрос наконец был решен. Представители собственников дома по улице Калинина подписали протокол собрания, согласно которому площадка будет находиться на балансе управляющей компании. Также в протоколе оговорены условия, предложенные жителями домов, которые призваны защитить права собственников. Подписание протокола ставит точку в вопросе, кому будет принадлежать новая площадка, и открывает возможности для ее дальнейшего усовершенствования.